работают на всей планете. Компания «Сектор» вот взял и предложил конкурс. А почему бы и нет? Чудеса начинаются. Это декабрь месяц, нужно помнить об этом. Итак, друзья, что в переводе означает слово «Сектор»? Пожалуйста, переведите его. Если вы правильно ответите на вопрос, вы получите вот этот вот аппарат чудесный. Потрясающий подарок «Экспрессо Кофе Мейкер». 1-1-8-3-0-3-90-90. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, очень рада слышать ваш голос. Итак, «Сектор», что же в переводе означает? Это великолепная посуда, «Сектор». И «Сектор» — это специальный металл, наверное, из которого делают. Немного не то, что хотелось бы услышать, друзья. Итак, вопрос в силе. Что в переводе означает слово «сектор»? И у вас будет уникальная возможность выиграть вот это чудо приспособление для дома от знаменитой швейцарской компании «Вау, вау, вау, вау». Все, ура, мы спасены, друзья. Итак, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Рады вас встретить в эфире. Итак, услышать ваш голос. Итак, пожалуйста, что в переводе означает слово «сектор»? Я думаю, это означает слово «скульптура». Нет. К сожалению. Здравствуйте, еще одна попытка. Добрый день. Здравствуйте, давайте я попробую. Скипетр. Абсолютно точно. Ух, как красиво. Скипетр, действительно. Как вас зовут? Ирина. Ирина, мы вас хотим поздравить. Игорь, пожалуйста, победительницу поприветствуйте. Ирина, я вас поздравляю, вы абсолютно точно угадали. Это скипетр, символ королевской власти. Сектор в переводе, чтобы жить долго. Так переводится это слово. И вы получаете прекрасный экспрессо кофемейкер от компании фирмы Сектор Интернешнл. И если есть вопросы, вы всегда сможете позвонить ко мне по телефону 646-312-9113. А я поздравляю Ирине, как забрать приз? Ирина, 718-303-8000. Это наш секретариат. Милая девушка Лена подскажет вам, как забрать ваш приз, который вы выиграли в честном бою. Спасибо. Ну что, огромное еще раз спасибо. Ну, я сегодня действительно обескуражена, потому что такое на моем веку впервые. Вот мы успели все. И спасибо вам огромное, говорю я Игорю, представителю швейцарской компании «Сектор». Телефон Игоря 646-312-9113. Пожалуйста, ну что-то еще вас представить. У нас нет просто времени, что мне делать? Что мне делать? У нас нет времени. Уважаемые радиослушатели, меня зовут Дмитрий, я директор школы «Диалекстон», и буду рада встрече с вами в следующую пятницу, и мы продолжим традицию нашу беседу, и призы от компании «Сектор» были организованы при нашей помощи. Всего наилучшего, до следующей пятницы в 11:55. Точного времени. Иммиграционный адвокат.